Вал Траяна – один из самых древних памятников румынской земли. Спустя 1500 лет он сохранился до наших дней. Одним из фрагментов этого памятника можно полюбоваться на территории между селами Траян и Новая Серецика. Он имеет 12 изгибов. Отсюда, вне сомнений, видно, что когда строили эту фортецию, она была широка, высока, стены ее настолько уходили вглубь, что была прекрасной защитой против вражеских вторжений. Еще 300 лет назад, писал Дмитрий Кантемир в своей книге «Описание Молдавии».